Воины Чингисхана, буддийские ламы и мифологические животные. Молодой скульптор из Бурятии Дашин Амдаков представляет 100 своих работ в Эрмитаже. Это крупные скульптуры из бронзы и ювелирные изделия из серебра, золота, драгоценных камней. Выставку назвали «Ностальгия по истокам», ведь Намдаков вдохновляется прежде всего первобытным искусством. Именно поэтому его скульптуры представляют рядом с археологическими шедеврами Эрмитажа. Ситуация достаточно опасная для современного художника, ведь неизбежно сравнение. Но произведения Даши не подражание и не стилизация, скорее органичное обращение к искусству своего народа. Отец, у которых наследник традиций древних, да, он Дархан. Дарханы – это люди, которые изготавливали все из металла. Это и вещи бытовые, и ювелирные вещи. Вот, отец у меня сторонний такой мастер, и живописи занимался, и скульптурой, очень много занимался буддийской пластикой. Экспозиция получилась стильная. Особенно хороши огромные загадочные головы полулюдей, полуживотных.